Всем привет! Сегодня необычный выпуск, специальный. Данный выпуск, данный ролик будет посвящен выходу в скором времени. Интересный, очень интересный даже модель от фирмы «Звезда». Это российский вертолет Ми-24 ВВП в 48-м масштабе. Изначально выход данной модели был запланирован на начало апреля этого года, но со всеми известными событиями, которые происходят в мире, завод на данный момент не работает, и, соответственно, выпуск данной модели немножко затягивается. Но это не значит, что мы не готовы к выходу этой модели, и коробки у меня сейчас нет перед собой, но зато есть ледники этой модели, которые мы посмотрим. Перед вами лежат наборы, которые мы будем вкладывать не все в один набор. Подробнее расскажу чуть попозже, как мы будем это делать. Наборы именно к этой модели. Давайте начнем мы с ледников. Всем опытным моделистам, знающим про выход модели, уже известны косяки этой модели, что это отсутствие клепки в основном. Вы видите перед собой первый литник. Перед вами размер модели тоже сказать не могу, но ее совершенно спокойно, этот размер можно и сами посчитать. Литник с прозрачными деталями. Она плохо видна, ну, в принципе. Фотографии ледников можете посмотреть в конце данного выпуска. Количество деталей в наборе достаточно большое. Стоимость набора будет составлять 1990 рублей, это рекомендованная цена, но не забывайте то, что мы будем сначала вкладывать подарки в данные наборы, соответственно, цена на выходе получится дешевле. Шасси перед вами, посмотрите на них внимательней, абсолютно лысые покрышки. Забегу немножко вперед, то, что мы будем добавлять в каждый набор колеса украинской фирмы Rescit именно для этой модели. Колеса я вам покажу потом в конце ролика. Артикул модели 4823, но подарочные наборы на нашем сайте будут обзываться с буквами, с литерой А, Б или С, A, B, C. Лопасти. Итак, начнем поподробнее. В каждый набор мы будем вкладывать смоляные колеса. Вот они перед вами. С хорошим протектором. Позже вы эти колеса можете приобрести отдельно, но зачем их приобретать отдельно, когда, в принципе, вот есть в подарочном наборе. Выглядит он так. Смотрите, какой протектор хороший. Надписи на бортах, диски, все как надо. Хочу сказать, что данный набор уже у нас есть в наличии, ждать ничего не придется. Как только модель появится, вы сразу сможете приобрести. Но лучше сделать предзаказ. Так. По колесам все понятно, колеса будут вложены в каждый набор. Теперь идем дальше. Набор под литерой 4823A.
или А. Помимо всего этого мы будем вкладывать набор красок от российской фирмы Pacific 88. Вот он перед вами. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь флаконов. Набор специально изготовлен по нашему заказу данной фирмой. Специально для этого вертолета. То есть помимо колес, вот, которые перед вами, вы получите еще совершенно бесплатный набор. Но предложение ограничено. Под литерой 4823B красок уже не будет, но будет вот такой замечательный набор. Смесей для нанесения эффекта от фирмы ZIP. В него входят 4 банки. Вот так они выглядят. Это у нас копоть, жидкость. Это у нас пигмент, пыль. Это у нас фильтр для трехцветного камуфляжа. И это у нас пигмент сажа. Пыль у нас не пигмент, извиняюсь, а тоже смесь. Соответственно, 3 смеси и пигмент. 4823B. Так называется данный подарочный набор. Ну и, соответственно, колеса тоже будут в нем смолены. И в заключительном комплекте, это 4823C, помимо колес, мы вложим 2 краски Tamiya. Камуфляж трехцветный, но вкладываем мы 2 краски. Третью можете приобрести отдельно, если есть нужда такая. Так, помимо всего этого, по подарочным наборам все ясно. Вроде бы подробно объяснил. Еще раз хочу сказать, что все наборы, все колеса, наборы красок, наборы смесей у нас уже в наличии. И мы ждем только появления данной модели. Все 3 набора будут стоить одинаково, цена рекомендованная заводская 1990 рублей. Спешите сейчас сделать предзаказ, потому что ну, реально предложение ограничено. Что хочу еще сказать, что уже вышло. Для этой модели у нас имеется вот такая табличка, очень красивая. Вот так она выглядит, с российским флагом. Это для тех, кто делает диорамы, либо подставки. И уже фирма SXAD выпустила набор окрасочных масок с артиклом 48031. Это у нас набор для шасси и прозрачных деталей. Помимо этого, эта же фирма выпустила 2 набора камуфляжных масок. Вот так они выглядят. Первый с артиклом 48033. Давайте я открою и покажу. Такой большой лист. И инструкция по нанесению. Вот так это выглядит. Вот так вам лучше видно будет. Хорошая грамотная инструкция. И маска, которая однозначно ускорит работу по сборке данной и окраске данной модели. И либо с артиклом 48032, также камуфляжная маска на вертолет Ми-24 модификации ВП. Вот она перед вами. Ну, открывать не буду, в принципе, все то же самое. Ждем модель долгожданную. На нее будет очень хороший спрос. Вертолеты в 48 масштабе довольно редко на данный момент. Ну вот, наконец-то, скоро появится один из них. Напомню, артикул 48.23.
артикул данной позиции, данного вертолета 4823A. Это у нас вертолет с набором колес и с набором красок от PS88. Артикул 4823B это у нас модель, набор колес и набор смесей для нанесения эффектов от Zip Model. И последний крайний артикул 4823C. Это у нас вертолет, колеса и две краски от фирмы Tami. Делайте предзаказ, ждем модель, ставьте лайки под этим роликом, это нам приятно. А я вам говорю спасибо за внимание, спасибо, что смотрели, ставьте еще раз лайки. Пока-пока, увидимся.